Хорошо. Прикольно спускаться. То есть, видите, как все прикольно получилось, реально. Теперь нужно бежать. Лесопилка меня ждет. Или как она называется? Лесничество. Вот эта мне хрень не нужна. А мне уже начинает нравиться, друзья. Я уже слышу телепорт. Где-то вон там. Или нет? Но он где-то здесь есть, его слышно. Нормас. Ну что за кент? Привет. Болотный доктор. Здорово, брат. Доктор. Мне нужна... Доктор. Кто этот мертвый сталкер на матрасе? Это бедолага Майрон. Пьяный был. Забрел в электро у входа. Я старался помочь, но не мог. Эх. Доктор, мне нужна ваша помощь. Что случилось, друг мой? Что вы знаете о проекте Модейрес? Хм, молодой человек, никогда не мог подумать, что избранным будете именно вы. То есть, каким избранным? Когда были выборы, улыбается. Не понимаю. Вас, меня стрелок попросил найти ее или любую другую информацию о ней. Да-да, я так и понял. Я могу сделать так, что ты сам ее увидишь и сможешь с ней поговорить. Дело в том, что... Дело в том, что то, что ты ищешь, есть не что иное, как эманиция самой зоны. А родилась именно с начала этого проекта, после первого взрыва на ЧС. Больше ничего сказать не могу. Хотя все интересующиеся тебя вопросы ты можешь потом задать ей сам. Я знаю, как мы сможем ее вызвать. Как? Почему вызвать? Потому что она не жива. Это эманация. Как бы дух, который проходил зону. До ее вызова мне нужны запечатки. Их 9 штук. Если ты избранный, то зона будет давать тебе подсказки для их поиска. Я знаю, что первое лежит в трубе на станции переработки отходов. Не забудь. В трубе. Ладно. Я буду искать эти запечатки. Это что за? Отвар болотного доктора. 14 тысяч. 350 килограмм, можно таскать дополнительно. Прикольно. Охренеть. Мужик, я у тебя возьму вот это две. Так, нужно искать запечатки. Хорошо, давайте читать. Теперь, во-первых, нам нужно... Вот, как раз мост Преображенского, как раз рядом. Там за камнями где-то у нас запечаточка должна быть. Давайте сразу бахнем вот эту штуку. Бахнем энергетик. Срисовать!
Блин, автомат супер великолепный. Великолепно супер. Оп. Я забыл у тебя взять Energic. Energic! Гранаты я беру для того, чтобы их не кидать, а для того, чтобы их продать. Я думаю, вы понимаете уже. Так, камни за мостом Преображенского. Камней миллиард просто. Скорее всего, он в те где-то. Давайте еще разок читнем, как там пишется. А за ним камней насыпано. Ты под камни загляни. Нихрена себе камни, блин. Определенно не эти, да? Давайте сначала, чтобы не терять ничего, мы сходим и посмотрим, есть ли тут у нас Артик. Есть. Теперь нужно отсюда сваливать. Обновлено. Хотя, друзья, мне лень искать укрытие. У нас же есть пилюля, называемая «Не хочу, сука, выброс». Юзаем. Вообще неплохо. Не знаю, что мы за хрень нашли. Подогнали, блин, чуть не сказал. Так, теперь нам нужно искать камни, под которыми может лежать что-то. Запечатка, запечанка, запикулька. Какая-то, короче, запия. За мостом, то есть там, я так понимаю. Камней на... Так, давайте еще раз почитаем вот это. Одним камней насыпано, ты под камни загляни. Во-первых, давайте заглянем вот сюда сначала. Мы же тут вроде были. А нет, не были. Второй ключ нашел. Зачем он надо? Непонятно. Да, камней тут насыпано столько, что тут усрешься их его искать. Скорее всего, где-то вот тут.
А, это дружественный монолитовцы. Слуги Монолита, приветствую тебя. Тебе нужно что-нибудь? Да, вообще да. Но ты с своей экипировкой не справишься. Да ладно. Дай мне шанс. Ну, говорил, только дело действительно нелегкое. Что надо делать? Мой разведчик узнал, что Султан сегодня будет проводить рейд из Кодовска на Шевтенко. Тебе нужно остановить его, поскольку только сразу прибежу. Он в одиночку не ходит. Скорее всего, обслужит тебя свитый человек из 10. Может, больше. Больше, может, меньше. В общем, свою задачу ты понял, да? Ликвидировать Султана, и очень важно. Теперь ты не можешь отказаться. Я тебя пустил в курс дела. А, поверил тебе. Я не собирался. Ненавижу бандитов. А с Султаном у меня давно терки. Он хотел на моей барже малину устроить. Ты Леся опасался. А сейчас Леси там нет. Как бы он реально в гости не пришел. Ладно, давай координаты. Убить Султана. Султан! А я Биль, а я Султан. А где найти запечатка, йоу? Йоу, запечатки? Какого хуя? А. А, на Скадовске всех убить, ни хрена себе. Раная запечатка. Ого, какая-то прям запеченная совсем. На Шевченко наверх поднимись, оттуда смотрись. Хорошо, на Шевченко, по пути все. Хорошо. Султана убить хотите? Ладно. Сделаем. Все сделаем. У нас их 7. Нужно еще 2. Две запечатки. Шевченко у нас ХД. Вот это? Да. Ну как раз по пути нам. Сначала на Шевченко зайдем, найдем запить кульку. А потом уже дальше пойдем. Запить кульку найдем. И дальше пойдем. Нормас. Это Шевченко уже, да? Я что-то уже путаю. Да, Шевченко. Так, еще раз читаем. На Шевченко наверх поднимись и оттуда смотрись. Нет, это баржа моя. Моя баржа это. До Шевченко еще как до Китая. Ага, ясно все. Все ясно. Откуда у меня столько веса? Набрал всякого говна ненужного. Что у меня там показывается? А, у меня артефакт типа стоит. А тут не пришьют ли случаем, а? Нормально. Хорошо, будем знать, что у нас там парни злые, сука.
ёлки, заколебало уже тут париться. Ни подогрева толкового, ни хрена. Сейчас заколебает тебя жить. Париться им заколебало. И чё б заботяжить? Срать охота, сил нет. Эх, бабу бы! Эх, ух, а! У них вот так получилось. О. Привет. Пандосы, чё они тут хотели? Так, на Шевченко наверх поднимись, оттуда осмотрись. Без проблем. Поднимусь, осмотрюсь, все сделаю. Наверху. Понял? Понял. Все с вами понятно? Все очень просто оказалось. Смотрим следующее. Загляни страху в глаза. Зайди в пещеру когтя. Какого когтя? Что за коготь? А, это как раз вот это и есть. А, нет, это там Шелдон. Опасное место, главное, называется. Так. Ну что, нам придется идти и страдать сейчас. Их там раз десятка будет, то это будет болька. Немножечко. Немножечко, совсем чуть-чуть. Пострадаем сейчас с вами. Скадовский на этом. И промахнулся, главное, еще. Знаете, чем мне нравится этот мод? Здесь предупреждают, что будет сложно. То есть, я заранее знаю, что вот в этом месте будет сложно. Я к этому подготовлю специально. То есть, он сказал, что там будет много народу, да, что там, может быть... 10 человек там, они хорошо вооружены могут быть. Ну, он не сказал этого. Зачем я столько стволов взял, я тоже не могу вам сказать. Хавай гранату, падла! Хавай гранату, падла! Ты ж меня гранатой, фраер, вообще, давай. Оп-оп-оп. И ничего. Вы забагались, что ли? Гранаты они, падлы. Это уже плохо. Ого! Нормально меня прошило. Лимончик тебе, пиндосина!
Так, что-то их там реально много. Так, я просто проверить, почекал. Почекал нормально.